Непостроенные дома, обманутые люди и похищенные средства. Бывшему депутату Чебоксарского городского собрания прибавили срок за новые факты мошенничества. Алексей Лапин намеревался построить около 4-й Чебоксарской гимназии жилой комплекс «Два капитана». Хотя насчет этого у следствия своя версия. Просто водил людей за нос. Но котлован возле школы все же был вырыт. Правда, дело дальше не продвинулось. А бывшего чиновника в апреле 2016-го суд отправил на 5 лет в колонию общего режима за мошенничество. Сейчас стало известно о новых преступлениях. Калининским районным судом города Чебоксара рассмотрено уголовное дело в отношении 35-летнего горожанина, который ранее являлся директором 7 коммерческих организаций. Он признан виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Как следует из материалов уголовного дела, в период времени с ноября 2011 по декабрь 2015 года он как директор этих фирм, а также представляясь генеральным директором еще одной коммерческой организации, к которой он не имел никакого отношения, похитил у 13 граждан денежные средства на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. Алексей Лапин обещал людям квартиры, а сам и не собирался их строить. К тому же разрешения на строительство жилых домов у него и не было. Похищенные средства злоумышленник тратил на личные нужды. Суд признал его виновным в мошенничестве и причинении имущественного ущерба. Лапину дали 8 лет колонии общего режима. Это с учетом его предыдущего наказания. Приговор суда пока не вступил в законную силу.